Привет. Так, тут 5 цилиндров. Это Securem модель К1. Это Bull. Это Франция Вачете серия V10. Это две серии Яли. Яли 1000, Яли 1500. Они все выглядят похоже. Ну, Яли тут чуть-чуть отличается. Вот профиль. Яли 1, Яли 2, Вачете, это Bull, это Securem. Ну, возможно, это не все, но как минимум 5 цилиндров открывает вот этот один инструмент. Открывает, причем открывает, по сути, на все 100%. И на всех их используется одна и та же обычная порезанная фольга 0,5. То есть очень легко открываются, очень быстро, без всяких проблем. Вот эти все модели, и открываются они одним инструментом. Две Яли, один Вачете, один Bull и один Securem. На обратной стороне, как обычно, делаем форму. Ложим на рабочую часть. Качать без разницы. Право, влево, вверх, вниз. Особо не имеет значения. Сейчас все их откроем. Французский Вачете. Bull. Thank you.
Так, ну, перезаряжу фольгу. Посмотрим. Может быть, чуть-чуть замялось. Сейчас перезарядим. Секюрем. Вот такой инструмент, 5 в 1, цена будет на сайте, телефоны, ссылки, все будет на видео. Пока!